и господа, это чемпионский титул. Больше отступать некуда. Кубок победителя нам вручает генеральный продюсер больших игр, большие гонки. Россия. Олимпийский сезон был самым трудным, но самым ярким. Ваши спортсмены вновь доказали всему миру, что они самые сильные. Этот кубок я вручаю Алексею Немову, вашему прославленному спортсмену. И поздравляю вас с победой. Ну что ж, и пришло время. Времени закончится. Как сказал Цезарь, обретший победу обретает печаль. Это не про нас. Да, сегодня мы забрали олимпийское золото больших гонок 2008. Но мы знаем, насколько сильны наши соперники. Мы благодарим их за великую борьбу. Мы благодарим их за оказанную честь. И если им понадобится когда-нибудь наша дружба, мы готовы выйти на битву плечом к плечу. Это Первый канал. Это большие гонки. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Большие гонки клёво, но в белом быть вместе. Россия готова, давай, Россия, давай, 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 Россия, давай, 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 Россия, давай, 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 Россия, давай, 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 Россия выиграла большие гонки. Но это не конец захватывающего состязания. На следующей неделе, 28 декабря, нас ожидает большое возвращение героев на родину. Впервые в истории проекта самые яркие участники всех сезонов больших гонок встретятся вместе, чтобы поздравить друг друга с долгожданной победой, подвести итог главным спортивным состязаниям уходящего года и узнать, кто получит уникальные призы в различных, порой очень откровенных номинациях. Не пропустите большие гонки, встреча друзей в следующее воскресенье на Первом канале.